хорошее, доброе. Вкусно готовит. Так описывает свою бабушку Людмилу Лушнякову ее внучка Есения. А еще, говорит девочка, она заботливая и жизнерадостная. Помнишь, когда ты маленькая была, мы с тобой шли из парка, и маленький воробушек из гнездышка выпал, и ты его подняла на ручки, и так ты его прям готова уже была поцеловать, там я тебя сфотографировала. Но, к сожалению, бывает такое, что в семье нет бабушек, или они находятся далеко, но их забота и помощь детям порой жизненно необходима. Недавно Людмила Ивановна узнала, что в семейном центре «Мытищинский» стартует проект «Социальная бабушка» и решила стать его участницей. В свое время, когда моя дочка была маленькая, у нас тоже была такая же проблема, потому что была одна единственная бабушка, она была в Краснодаре. Вот, поэтому я подумала, почему бы нет, почему бы не принять в этом участие. Теперь многодетные семьи и одинокие мамы с детьми до 4 лет могут временно обрести бабушку. Это стало возможным после того, как в прошлом году семейный центр «Мытищинский» выиграл грант на реализацию проекта «Помогатор». Бабушки не будут выходить в семью. Эта услуга будет оказываться на социально-терапевтическом пункте. Предварительно семья будет записываться на данную услугу, и бабушка будет выходить на пункт, и непосредственно на пункте будет оказываться эта помощь. Уже в апреле откроются два пункта, куда родители, остро нуждающиеся в этой услуге, смогут отдать своего ребенка на несколько часов, чтобы решить бытовые вопросы. Один пункт у нас будет в деревне Пирогово, один пункт у нас в городе Мытищи. Пункты будут организованы всем необходимым – игрушками, пеленальным столиком. С желающими стать частью команды специалисты центра проводят собеседование и тестирование. Это помогает выбрать достойных участниц проекта. В настоящее время проходит набор кандидатов в проект «Социальная бабушка». Стать участниками могут женщины в возрасте от 40 лет, готовые посвятить свободное время детям. Узнать более подробную информацию можно в семейном центре «Мытищинский» по адресу улица Юбилейная, 39, или по телефонам, которые указаны на экране.